В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Они меняют мир вокруг нас, а Россия отмечает День строителя. Чужих детей не бывает. Теплый дом объявляет набор в школу замещающих родителей. Брасом, баттерфляем и вольным стилем. Саровчанка стала победительницей международных соревнований детской лиги плавания. Далее расскажем обо всем подробно. Во второе воскресенье августа в России отмечают День строителя. Традиционно в этот праздник вспоминают тех, кто вкладывает все силы в то, чтобы наши города развивались и с каждым годом становились все более красивыми и комфортными. Благодаря строителям преображается и Саров. Город меняется, и рядом с аутентичными старыми районами рождаются новые, современные. Саровская ривьера – жилой комплекс, объединивший достижения прогресса и создающий условия для комфортабельной жизни и отдыха. Многоэтажки в стиле хай-тек, зеленые газоны, декоративные деревья и дизайнерские лавочки. Близкое расположение лесопарка и реки, которые прекрасно подходят для прогулок, занятий спортом и проведения досуга. Этот кусочек Европы в сердце Сарова очень полюбился горожанам. Да, очень нравится в районе гулять, очень хочется даже приходить сюда, здесь спокойно, тихо. Детям нравятся площадки такие замечательные. Очень красиво, ухоженно, а так просто прелесть. Очень красивый район. Приходим сюда отдыхать. Довольно-таки концептуально строение, ну и вообще рядом река. Отличный вид, я думаю, будет из окна тем, кто здесь живет. И площадки. Площадки хороши тем, что они огорожены забором, деткам будет безопасно, ну и вообще чистенько и симпатично. Нам очень нравится здесь, здесь красиво, уютно, очень современно. И для нашего города, как свежая струя, это же очень сильно отличается от того, что у нас до сих пор был построен. Удовольствие, ну не зря же люди сюда едут. Мы вот просто приехали прогуляться, подышать, посмотреть и получить удовольствие. Здесь красивая природа, здесь вообще в целом район отличается от того, что в нашем городе. Здесь тихо достаточно, игровые площадки есть спортивные, детские, здесь хорошо время проводить. Я сюда очень часто прихожу, чтобы просто остаться наедине с своими мыслями, почитать книгу, попить кофе, как сейчас, например. И мне здесь очень нравится. В сравнении с городом, конечно, отдельная часть тут города, как бы свой город небольшой. Тут очень красиво, нам нравится тут гулять, мы часто тут гуляем, катаемся на велосипедах, на самокатах, и так просто уточку. Ходим смотреть, кормить. Ой, великолепно. Воздух, зелень, уточки, спокойная обстановка и детям поиграть. Очень все нравится. Компания «Саров Инвест», крупнейший саровский застройщик, ставит перед собой конкретную цель. Делать жизнь в городе наиболее комфортнее и привлекательнее. И поэтому, реализуя наши проекты, мы придерживаемся прежде всего именно этой цели. Строим для людей, применяем самые современные технологии. Большое внимание уделяем благоустройству территорий и созданию комфортной городской среды. Именно поэтому проекты «Саров Инвест» замечены на всех уровнях и получают самые высокие оценки как и жителей города, так и ведущих специалистов строительной отрасли. Город продолжает преображаться. В планах создать набережную общей протяженностью около 6 километров. В районе плотины на улице Садовой до понтонного моста в районе улицы Кутузова возводится благоустроенный район с малоэтажной застройкой. Новый жилой комплекс – это сочетание простоты, элегантности и цветового контраста. На данном этапе реализации проекта комплекса освоения в Заречном районе компания «Саров Инвест» завершает обустройство набережной и благоустройство места общего пользования на большом участке от понтонного моста до улицы Садовой. Такие зоны в городской среде традиционно становятся точками притяжения для жителей города. Завершая работу по обустройству набережной, компания «Саров Инвест» переходит к следующему этапу. Это строительство малоэтажного и среднеэтажного жилья в Заречном районе. Впереди грандиозные планы и смелые проекты. Новый облик города – это заслуга многих людей – проектировщиков, снабженцев, дизайнеров, прорабов, архитекторов, инженеров и других специалистов, которые с огромной ответственностью подходят к своей работе на каждом из ее этапов. Канал 16 поздравляет всех причастных к преображению нашего города с профессиональным праздником – Днем строителя. Мы желаем вам дальнейших успехов, новых ярких проектов и их блестящей реализации. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в YouTube. К другим новостям. Уже 12 лет подряд в августе представители Саровской общественной организации ветеранов военно-морского флота имени Федора Ушакова встречаются с главой администрации.
Этот год не стал исключением. В неформальной обстановке в Музее военно-морской славы общественники рассказали Алексею Голубеву о проделанной работе и поделились планами на будущее. Подробности далее. Ветеранская организация ВМФ в нашем городе насчитывает более 50 активных участников. Один из них, Александр Шестаков, служил на Северном флоте в Североморске. Кораблями он увлекался с детства, поэтому вопрос о том, в каких войсках проходить службу, даже не стоял. Занимался боксом. Взял второе место по Северфлоту по боксу. Вот. Был штатным гребцом шлюпки. В отпуске был. Ну и 40 суток на губфлоте сидел. То есть весь список, все я прошел. В 2005 году Александр Шестаков присоединился к недавно созданной общественной организации ветеранов ВМФ нашего города. С самого начала общественники взяли курс на просветительскую деятельность. Посещали классные часы в школах и рассказывали детям о службе на флоте. Показывали фотографии, рассказывали о море, о походах, какие были. Ну, о всяких там ситуациях всяких и прочее. Ну, то есть давали детям понять, что эта служба очень такая сложная. Доводилось быть в таких условиях, что очень просто, где и здоровье теряешь, и все. Но, тем не менее, я этим горжусь. В 2011 году появился музей военно-морской славы. Расположился он в библиотеке имени Маяковского. С каждым годом количество посетителей музея растет. Например, с прошлого августа его посетило более 11 тысяч саровчан и гостей города. А экспонаты музея вывозили на главный морской парад ВМФ России в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Но останавливаться на достигнутом ветераны не собираются. В планах музея вот участвовать во всех мероприятиях. Значит, собираемся съездить вот Севастлейку посмотреть, тоже авиацию, ПВО, тоже, может быть, какие-то экспонаты привезем отсюда, пополнить наш музей. Также ветераны ВМФ продолжат работу по патриотическому воспитанию молодежи нашего города. С 13 по 22 августа экипаж атомного ледокола «50 лет Победы» отправится в тематический рейс на Северный полюс в честь 60-летия атомного ледокольного флота. В рейс возьмут 68 детей, представляющих разные регионы России и различные организации. От Сарова отправится ученица гимназии номер 2 Марьяна Кузина, призер заключительного этапа фестиваля конкурса детского творчества «Тиарт Олимпросатома» в рамках проекта «Школа Росатома». Участники экспедиции узнают об истории атомного ледокольного флота, о нужных на ледоколе профессиях, о проблемах сохранения Арктики и смогут творчески освоить полученные знания. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Самозанятых граждан продолжают выводить из тени. Недавно возможность зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход появилась на портале госуслуг. А к концу года в мобильном приложении «Мой налог» собирается внедрить еще одну функцию, с помощью которой самозанятые смогут при желании платить страховые взносы в Пенсионный фонд России. Напомним, эксперимент по налоговому спецрежиму для самозанятых рассчитан на 10 лет. В течение этого срока ни налоговые ставки, ни процедуры регистрации налогоплательщиков меняться не будут. В Нижегородской области продолжается подготовка к отопительному сезону. Пробные пуски тепла стартуют 15 сентября. Об этом сообщили в Государственной жилищной инспекции региона. По словам коммунальщиков, сейчас к отопительному сезону полностью готовы примерно 40% домов. О том, как найти работу, расскажут по телефону. 29 августа Центр занятости населения Нижегородской области проведет горячую линию по теме «Возможности использования информационно-аналитической системы общероссийской базы вакансий «Работа в России». Звонки будут принимать по номеру 8 831 234 0718 с 10 утра и до полудня. В Саров на постоянное пребывание привезут частицу мощей праведного воина Федора Ушакова. Святыню, напомним, передали в наш город из Санаксарского Рождественско-Богородичного монастыря. Мощи вложили в ковчежец на иконе святого адмирала, которую написал саровский иконописец Александр Кузьмин. В воскресенье 11 августа у храма святых царственных цистерцев состоится торжественная встреча иконы с мощами прославленного флотоводца. После этого перед образом отслужат соборный молебен. Центр социальной помощи семье и детям города Сарова объявляет набор в осеннюю группу школы замещающих родителей. Она предназначена для горожан, которые хотят стать опекунами или принять свою семью детей-сирот. Занятия будут проходить с 9 сентября по 22 ноября. Подробнее о проекте в следующем репортаже. Найти место для приемного ребенка в своем сердце и доме. Учесть все мелочи, сделать совместное проживание комфортным для всех членов семьи. Обычно люди, желающие усыновить ребенка, не знают особенностей развития детей, оставшихся без опеки мам и пап. Задача школы замещающих родителей – помочь избежать ошибок, научить быстро наладить контакт, сделать переходный период менее болезненным. Наши двери открыты для тех граждан, которые желают принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Или даже только задумываются об этом. Курс для родителей состоит из 80 академических часов. 58 из них нужно посетить обязательно. Остальные уроки кандидаты посещают по желанию. 11 занятий будут проходить в формате групповых психологических тренингов.
На свои занятия мы приглашаем также специалистов из органов опеки и попечительства. Они рассказывают о правовом блоке. Специалистов из УСЗН, то есть рассказывают кандидатам о тех льготах и пособиях, которые они имеют при воспитании такого ребенка и его жизнеустройстве. И медицинский блок освещает врач-педиатр нашего учреждения. За время существования школы замещающих родителей свидетельство об окончании курса получили почти 200 саровчан. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Одно занятие у нас, как правило, идет в течение рабочей недели. Это какой-то вечер, либо среда, либо четверг. И одно занятие посвящено в субботу. Это дневное время, чтобы граждане, которые работают, могли как раз участвовать в этих занятиях. Осенний курс в школе замещающих родителей начнется 9 сентября. Подать заявку и получить дополнительную информацию можно по телефону 98303. 9 августа в мире отмечают День книголюбов. Это праздник тех, кто не мыслит своей жизни без чтения. Книга для них не только источник информации, но и дверь в другие страны, миры и времена. В День книголюбов наша съемочная группа выясняла у саровчан, какая книга у них самая любимая и какой литературный герой вызывает наибольшую симпатию. Габриэль Гарсия Маркес. Рассказ человека, оказавшегося за бортом корабля. Одна из самых ранних книг этого автора и моя самая любимая. А какие книги предпочитают саровчане? Пойдемте узнавать. Много книг мне нравилось, много. Но вот так вот, чтобы выделить что-то, не могу. Читать люблю, но некогда. Гарри Поттер. Ну, это где мальчик занимается магией. Во имя войны, что ли? Вот так вот. Просто я всегда с собой беру на огород, на остановках читаю, в этом читаю. Это мое любимое хобби. Домовенок Кузька. Потому что в этом... этой сказке Кузька, ну, он смешной и маленький. Это было в детстве еще любимой книгой, до сих пор иногда перечитываем Джейн Эйр. Ну, я мемуары считаю сейчас. Ого, а что сейчас с последнего? Сейчас Примакова. О чем там рассказывает? Ну, на своей деятельности, на посту министра, премьер-министра и все такое. От начала своей же жизни и деятельности. Если вы любите читать книги и хотите, чтобы о ней узнал весь город, тогда мы вас приглашаем поучаствовать в проекте «Книжная полка», который стартует уже этой осенью. Друзья, читайте книги и будьте образованными. Для вас опрос проводили Ирина Вышегородцева и Владимир Лисик. В Краснодарском крае прошли соревнования детской лиги плавания «Поволжье». В них приняли участие 26 регионов со всей России. Саров представила воспитанница отделения плавания спортивной школы ИКАР Анастасия Корнишина. Подробности далее. Золотая медаль в эстафете вольным стилем, 2-е место в эстафете комплексным плаванием в составе сборной, а также 6 серебряных наград в индивидуальных зачетах. Завоевала на международных соревнованиях детской лиги плавания Поволжья в Суко воспитанница ДЮШИКАР Анастасия Корнишина. Эти соревнования вошли в календарь Всероссийской Федерации Плавания. Это очень важно. То есть эти соревнования уже доступны не только для российских спортсменов, но и для наших зарубежных спортсменов младшего возраста, которые туда приезжают. Это первые международные соревнования для Анастасии, и на них девочка столкнулась с рядом проблем. Одной из них стал комплексный стиль. За несколько минут Насте нужно было проплыть 200 метров баттерфляем, брасом на спине и вольным стилем. Длинная дистанция и... то есть надо работать, то есть распределить там силы свои. Я вот собралась с мыслями, то, что я должна войти в тройку. То есть я должна хорошо проплыть, чтобы то есть все мной гордились. Сейчас Анастасия готовится к финалу Кубка Черного моря, который пройдет в конце августа в Крыму. А в апреле 2020 года девочка отправится на чемпионат «Веселый дельфин» в Санкт-Петербург. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей.